Вот уже 20 лет Ритал предлагает решения для клиентов в области пластиковой упаковки. Предприятие развивает полимерную индустрию в 10 странах на 19 производственных площадках. Одна из них находится на территории нашего муниципалитета. Компания выпускает десятки тонн высококачественной продукции ежедневно. Изделия, сошедшие с конвейеров в Мытищах, поставляются в 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки. Уникальное предприятие на территории нашего городского округа, акционерное общество «Ритал». Таких предприятий в России 3, которые выпускают пластиковые приформы, автоматика, умные склады. И все это позволяет быть в лидерах производства. Очень умные люди, очень приветливые. И, конечно, многие живут в нашем городском округе, и их интересует жизнь округа. «Ритал» – социально ответственное предприятие. Заботясь об экологии, на производстве используют вторсырье. Сотрудники завода также заинтересованы и в благоустройстве территорий своего города. На встречу сотрудники компании «Ритал» предложили целый ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие городского округа Мытища. Среди них – благоустройство парков и скверов, дворов, строительство велосипедных дорожек. Нам нужно как можно больше таких предприятий. И очень хорошо, что вот на передовых современных предприятиях люди, которые работают, они тоже мыслят современно. Люди настроены на позитив, люди хотят перемен, они видят, что перемен много, перемены хорошие, город меняется к лучшему, страна меняется к лучшему, но они хотят увеличивать темп этих перемен. Во время встречи Вячеслав Фомичев и Михаил Мурзаков рассказали специалистам предприятия об уже произошедших переменах в городе. Среди наиболее значимых – открытие гимназии на Новомытищинском проспекте, поликлиники на улице Воровского, благоустройство порядка 200 придомовых территорий. Кроме того, за последние несколько лет в муниципалитете появились новые скверы, обустроенные набережной реки Яузы и Мытищинский лесопарк. Ведутся строительные работы в Центральном парке. Все проекты, что важно, основываются на пожеланиях мытищинцев. Надежда Звягинцева, Олег Степанов, Первый мытищинский.